номер 62 пересаживаю в новый улей для перевозки на новое место. Значит, для этого ставлю вот этого корпус пчелой, надо поставить рядышком, а на это место улей пустой, куда будет пересаживаться. Улей, в который надо пересадить, ставлю на место семьи. А семьи вот пока второй вот рядышком. У меня довольно-таки тесно здесь. Поэтому всякие разные варианты пробую, это приходится применять. Вот. Вот, значит, дно, корпус поставлено на место семьи, а семья поставлена на другую семью. Теперь я буду переставлять рамки из одного корпуса в другой, чтобы пересадить в новый корпус. Участок маленький, очень тесно, поэтому, конечно, так бы в идеале-то вот сюда подставку рядом поставил, зашел и пересаживал. У меня сзади уже клумбы цветочные, вот приходится работать в таких условиях, привык уже. В Рязани-то там у меня вольготно, а здесь довольно... И вот рамка за рамкой переставляется как можно аккуратней, чтобы пчелы вниз. Вот эту вот рамку надо заменить на кормовую мне. Это вытащить, а вместо нее вот такую сейчас рамочку кормовую подставлю. Солнышко, два ветер дождем. Надо, чтобы корма были обязательно.
все пересажено. Теперь остается дождаться времени, когда пчела сядет, или поздно вечером, или рано утром. Закрываются литки, связываются ремнями и перевозится на новое место.